Пианист, юрист, эсперантист. Три ипостаси в одном человеке. Несколько минут назад в филармонии закончился концерт талантливого российского музыканта Андрея Коробейникова. В свои 26 он является обладателем нескольких десятков музыкальных премий, полученных на конкурсах в России, США, Италии, Португалии, Великобритании и Нидерландов. В Ярославле с концертом Коробейников уже третий раз, а вот мастер-класс в музыкальном училище имени Собянова сегодня днем он провел впервые. Ты очень хорошо, кстати, тянешь, ты люди, все это действительно звучит очень здорово. Редкие кадры. Андрей Коробейников на сцене, но не в амплуа пианиста. Сегодня он музыкальный советчик. Нынешним студентам-пианистам Собиновского училища чуть больше 18. Коробейников через год после совершеннолетия окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, получив на выпускных экзаменах по специальности наивысшую оценку – 5. Как шутит пианист, рекорд Сергея Рахманинова побит. Дедушка рано поступил, поэтому 19 лет, еще вот до исполнения 20 лет, закончил консерваторию. Вот. И поэтому, собственно, я для красного словца иногда пишу, что вот как и Рахманинов 19 лет закончил консерваторию. За свои 26 Коробейников, кроме консерватории, окончил Европейский институт права, аспирантуру МГУ, стал пожизненным членом Международной академии наук Сан-Марино. В свободное время, которого, правда, немного, Андрей играет на саксофоне, слушает Виктора Цоя и Юрия Шевчука, болеет за футбольную команду «Спартак», пишет стихи и говорит на эсперанто. Это искусственный международный язык, созданный на основе элементов западноевропейских языков. Сейчас в мире, по разным оценкам, насчитывается от 100 тысяч до нескольких миллионов человек, говорящих на эсперанто. До Митра Эге Джоя, с кем и Венис, Ям Латвиян Фойон, Урува Ярослав, кай до Милюдос ходил белым музыку на концерту. Я сказал, что я рад, что я уже в третий раз приехал в Ярославль и буду играть очень хорошую музыку на концерте. Среди тех, кто сегодня пришел на музыкальный мастер-класс Коробейникова, Станислав Александров и Михаил Евтихов. Студенты музыкального училища на днях вернулись из Сочи, где приняли участие в фестивале Юрия Башмета. С 60 молодых российских музыкантов Станислав и Михаил стали участниками первого всероссийского юношеского оркестра «Маэстро Башмета». Отборочные туры прошли в 28 российских городах. Он приехал где-то за 3 дня до самого выступления, то есть там было несколько репетиций в музее. Вот, ну, в котором все время репетировали, и в Зимнем театре. Самые положительные впечатления, да, много шутил, было интересно. Он работает уже больше над образом, то есть не просто уже как механика играет оркестр, а уже заставляет какие-то впечатления переживать, эмоции, и без чего музыка не может, конечно, существовать. После сочинского выступления Юрий Башмет пообещал всем участникам своего юношеского оркестра, что работу с молодежью он продолжит. В планах концерт в Москве. Ориентировочная дата выступления – 24 января. Илья Барабанов, Александр Быков, Городской телеканал.